впервые работаем в таком замечательном месте. Но для меня такой андеграунд. Я вернулся в юношеские годы, и мне это приятно. Кто-то был в туалете? Это зрелище. Я там был уже 3 раза. Так мне нравится. Класс. Но я не об этом. Давайте о песнях. Следующую песню писал Володя Бородин. Его уже нет с нами. «Небо Италии». Спасибо.
облака. Жду у моря погоды, кто сказал, что весна. Всего лишь время года, кто сказал, что ночи. Тот же снег, только талый, может, руки твои. Весна и жди, последствия прививок, поэтому дышите глубже, пейте чаще хорошие напитки, чем мы и занимаемся. И эта песня посвящается командировочным. Мы часто бываем на гастролях, в различных городах, в различных гостиницах, видим, как там командировочные налаживают оборудование где-нибудь на производствах. И что происходит с ним в этом, это метаморфоза. Кабачок в глубинке, заводи пластинку. Ну и что, что сердце бьется не в попад? А она, картинка, говорит, и слезинка по щеке течет, но я не виноват.
вечерок сложился, я почти влюбился. Крик души пока никто не обвинял, обещал жениться, ну надо ж так его напиться. Хорошо, что взять с собой не обещал. Всегда, как ни странно, ржавая вода из-под крана. Где это я был, непонятно, на-на. Видимо, любил, но да ладно, на-на. Она не так умна, как ты хочешь. Она не так нежна, звездной ночью. И, в общем, не скромна, а порочна. Но без нее хана. Называется песня «Регги на Василике». Встречи с прошлым памяти рисуем.
спасибо и большое. Песня «Он и она». Иногда Женя палец застревает в клавиши, он пытается его вынуть, но не всегда получается. Поэтому надо приносить вазелин, и так легче выходит. Ладно, поехали. Спасибо.
я глотаю, любя белый снег на закате, нам бы свет не погас. Не могу без тебя, и луна в рыжем платье точно целится в нас. Я вхожу в облака, чтобы вместе на крыльях, и, конечно, без слов. А по венам река мы с тобой не доплыли. Женщина!
Осторожно. Эта песня посвящается людям, которые специально пришли услышать именно эту песню. Это будет такая примера того, что мы уже... Ну, это действительно песня такая серьезная. Тем, что это действительно правда, что это неправда. Видите, сколько здесь интересного. Такой каламбур получился. Но действительно, это правда то, что все хорошо заканчивается. Действительно так. И следующее. Жить
только пишет без знаки знак, а все остальное знаки знак. Итак, да здравствуй наши учителя! У Светки за кого день рождения? У Светки за кого день рождения? Ей сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. Помнишь день рождения в пятом классе? И тебе 13 лет. И тогда разами всем ребятам я принес свой розовый букет. Розовые розы, Светки Соколовой, Светки Соколовой, одноклассницы моей. Розовые розы я даю ей снова, в память даже школьник, в память даже школьники. Следующая песня не случайно появилась, потому что это история из жизни. Средиземное море, страна Италия. На твоих ресницах и часы пробили осень. Полночь скроет небе синим, рейс 15:48. И печаль уже не прячешь, вангуаль улыбки нет.
Шучу.
А, что же спеть? Ну, спеть. Ну, мне одному, может, музычку. Ну, а обычно мы такого не делаем. И бывает это такая редко, потому что пока вы встречаетесь, уже хочется развернуться, что-нибудь такое. Не хватает селедки, картошечки, нормально так. Огурчиков бочковых. Запотевший какой-нибудь самогончик, как далонь. Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были утки шулера. Банда занималась темными делами. И за ней следили Губчика. Банда занималась темными делами. Следили Губчика. Мурка, ты мой буреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости, люби мама. Что-то я не то. Хорошо. Давайте петь что-нибудь приличное. Хотя мне эта песня очень нравится. В любом состоянии мне сразу хочется петь, рубашку рвать на себе, с друзьями хулиганить, что-нибудь такое устраивать, безобразие какие-нибудь. Люблю это дело. Ну, вернемся все-таки к концертному репертуару. Маэстро, пожалуйста, музычку. И вдруг в такую
космос. Где снегопад сдул, а где звездопад? Сам я смогу разобраться. Мне ведь совсем не зачинать все, что с тобой было раньше. Раз ты меня научила летать, значит, не может быть большая. Самая замечательная, привлекательная Аечка Шилова. Я не ангел. Другое дело, наконец-то сознала. Ая Шилова, скромно скромно соглашает девушку. Спасибо. Бас-гитара Ярослав Оболдин. Thank you.
огромный режиссер Алехандро, он в центре зала, Александр по-нашему, приехал с Испании. И озвучивает наш коллектив. Александр. Спасибо огромное, спасибо большое. Мы действительно впервые в этом необычном клубе. Действительно, это такой андеграунд. Я окунулся в прошлое, мне здесь он начинает нравиться. И спасибо, что вы сегодня рискнули и пришли в среду. Как-то непонятно там, обычно в субботу ясно будет, что делать. В пятницу тем более. А сегодня пришли, просто для нас это большое счастье, подарок, что вы сегодня с нами. Спасибо вам огромное. Я хочу пожелать всем здоровья, будьте счастливы и побольше улыбайтесь, и побольше юмора, потому что в нашей стране без юмора, в общем, нельзя. Спасибо еще раз.
неделю по пятницам я смотрю телевизор, мне это не нравится. Thank you.